рассвет стучит в сердце ритмами, и с тобой теперь мы открытые, по глоткам мы допьем неон. Я же вижу, ты не прочь уйти со мной вдвоем. Меня ты за руку легко рукой возьмешь, и тихий шепот мой губами обожжешь. Я превращаю тебя в облако, и я вдыхаю тебя медленно. Мне это нравится, мне это нравится. Я превращаю тебя. Без вести в пьяных улицах, переходами мы целуемся, закрываем последний счет. Но я вижу, хочешь ты побыть со мной еще. Меня ты за руку легко рукой возьмешь, и тихий шепот мой губами обожжешь. Я превращаю тебя в облако, и я вдыхаю тебя медленно. Мне это нравится, мне это нравится. Я превращаю тебя в облако, и я вдыхаю тебя медленно. Мне это нравится, мне это нравится, мне это нравится. Мне это нравится. Я превращаю тебя в облако, и я вдыхаю тебя медленно. Мне это нравится, мне это нравится. Я превращаю тебя в облако, и я вдыхаю тебя медленно. Мне это нравится, мне это нравится. Мне это нравится. Мне это нравится. Всем привет, дорогие друзья, кто сейчас присоединился к нашему стриму. Меня зовут Алексей Тимошенко, и прямо сейчас для вас живое исполнение. Подписывайтесь на канал Сергея Софинского, ставьте лайки. Если хотите задонатить, ссылка в описании. Задавайте свои вопросы. Можете задавать вопросы в чате. Также это обращение к тем, кто еще до сих пор не зашел, кто доходит на наш эфир. Поэтому, собственно, всех вас, так скажем, уведомил, всех предупредил. Ну а мы можем, пока еще все другие доходят, пока пообщаться. Как ваши дела? И что у вас нового? Отвечайте все, пишите обязательно. Кто там у нас? Лёша, Серёга, привет, парни. Привет, привет, огромный привет. 8 зрителей пока что. Вот. Я немного переживаю, немного волнуюсь, но думаю, это волнение смешается с адреналином, и все будет четко. Вот. Сегодня был очень такой напряженный день, на самом деле. Бытовуха, дом, погода не очень. Не люблю зиму, очень не люблю холод. Это все одно на другое. И сегодня я как-то проснулся немножечко, даже, наверное, простывший. Собственно, сегодня я надеюсь, что все пройдет чисто гладко. Повеселимся с вами, попоем песни. Если у кого-то есть отличное настроение и возможность, вставайте, танцуйте, подпевайте. Ну а мы продолжаем. Thank you.
за окошком снегири греют куст рябиновый, наливные ягоды рдеют на снегу. Я сегодня ночевал с женщиной любимою, без которой дальше жить просто не могу. Я сегодня ночевал с женщиной любимою, без которой дальше жить просто не могу. У меня своя семья, жизнь давно очерчена, но себя не обмануть, сколько ни хитри. С этой женщиною я словно небом венчаны, и от счастья своего пьяный до зари. С этой женщиною я словно небом венчаны, и от счастья своего пьяный до зари. Я смотрю в ее глаза, словно в море синие, и прощаюсь у двери, обнимаю вновь. А рябина на снегу плачет белым инеем, как продрогшая моя поздняя любовь. А рябина на снегу плачет белым инеем, как продрогшая моя поздняя любовь. И все вместе, друзья, кто знает слова. За окошком снегири греют куст рябиновый, наливные ягоды рдеют на снегу. Я сегодня ночевал с женщиной любимою, без которой дальше жить просто не могу. Я сегодня ночевал с женщиной любимою, без которой дальше жить просто не могу. Без которой дальше жить просто не могу. Кстати, очень интересная история с этой песней. Как-то относительно недавно должен был выступать с ней у себя в колледже. Меня пригласили. Сначала все, такая песенка-то хорошая, красивая и все остальное. А потом оказывается, что там подтекст такой в этой песне, что там, ну, не совсем верный мужчина, да, там у него есть жена, семья, он там ходит туда-сюда, такой слишком он полигамный, наверное, да, такой, изменяет своей женщине, и потом по итогу мы пересматривали. Потом я вовсе не выступал в этом училище, потому что заболел. Вот. Такая вот предыстория. Ну, именно с этой песней я выступал еще на кастинге проекта «Звездный путь». Кстати, выступление со мной выйдет 26 ноября, это следующая суббота, в 6 часов вечера. Обязательно смотрите со мной этот выпуск, комментируйте, пишите свои отзывы. Ну а мы продолжаем. Слышу, как дышишь рядом со мной, пытаешься тише, но нет, не стоит. Закрой глаза, я тебя научу, и глубоко-глубоко собой заберу. Я знаю, ты хочешь, но только молчишь, и не один раз со мной все повторишь. Я знаю, ты хочешь, тебе помогу, тебя заберу, с собой заберу. Глубоко-глубоко, до самого дна, в тебе всю ночь теряю себя. Глубоко-глубоко, до самого дна, в тебе всю ночь теряю себя. Глубоко-глубоко, до самого дна, в тебе всю ночь теряю себя. Глубоко-глубоко, до самого дна, в тебе всю ночь теряю себя. Закрытые двери, выхода нет, мы под запретом так много лет.
нас не найти. Мы слишком далеко, мы погружаемся дальше, глубоко-глубоко. Я знаю, ты хочешь, но только молчишь, и не один раз со мной все повторишь. Я знаю, ты хочешь, тебе помогу, тебя заберу, с собой заберу. Глубоко-глубоко, до самого дна, в тебе всю ночь теряю себя. Глубоко-глубоко, до самого дна, в тебе всю ночь теряю себя. Глубоко-глубоко, до самого дна, в тебе всю ночь теряю себя. Глубоко-глубоко, до самого дна, в тебе всю ночь теряю себя. В тебе всю ночь теряю себя. Вот такая вот песня, очень-очень моя любимая такая песенка, с которой я как-то один раз разорвал так нехило на концерте, разнес, и всем этот номер очень понравился, у меня даже потанцовочка была под него. Вот, пишите свои комментарии, пишите в чате, не стесняйтесь, будем общаться. Ну, а мы пока что приступаем. Дорогие друзья, почему вы не пишете, я не знаю, вот у нас только Александр, и, кстати, хотелось бы вообще объяснить, кто такой Александр. Это отец Лёши, и вообще благодаря ему, Александру, я знаю Лёшу, и уже очень давно. Так получилось, что много лет назад, давно-давно, 2006, 2007, 2008, 2009, где-то там, я работал в дворце звукорежиссером, и там во дворце был коллектив МИЦ, руководитель Максим Михайлов. И многие певцы приходили со своими детьми. Саша, вот, например, приходил с Лёшей. Лёша там бегал, разносил дворец вместе с Тимофеем Петуховым. С Тимофеем Петуховым? Да, такой был еще мелкий там один. И у Максима или у кого такая идея возникла создать коллектив для детей, который назывался «Миксята». Было такое, факт. Это год какой? Это, ну, мне было лет... Так я как пришел, это мне было почти 6, это получается 2005 год я пришел к Максу. В общем-то было очень давно, и вот тогда мы познакомились, соответственно, с Лешей, и с тех пор так получается, что я озвучиваю концерты с участием Леши по сей день, до сих пор, да, Леш? Да, и прикол в том, что вот как раз-таки с Сергеем мне комфортнее всего работать, потому что он отлично справляется со своей работой и всегда очень комфортно с точки зрения звукорежиссуры с ним работать. Потому что комфортно потом исполнять песни, все настолько красиво получается, и как бы там 50, моя заслуга, 50 его. Так что мы как-то вот это вот с ним делим обязанности, так скажем. Ну, вот получается, что по-прежнему мы встречаемся, и вот сегодня мы встретились у меня в студии, чтобы для вас немножко попел Леша. Ну что, продолжаем? Да, продолжаем. И подожди, Серега, еще один момент. Тут мне пишут комментарий «Давай Стинга», но я сегодня его петь не буду, потому что я решил немножко отойти от этой песни. Слишком много я ее пел, и не знаю, как-то сегодня у меня настроение петь немножечко другое. Я думаю, в следующий раз обязательно я ее исполню. Поехали дальше. А вот с этой песней я тоже выступал на кастинге. Продюсеру, уважаемому Евгению Олейнику, очень нравилось, как я под нее двигался. Поднимается солнце, но по-другому светит сейчас. Горели одинокие звезды не для нас. О-о-о. Мы на рассвете мир потеряли.
разрушив между нами мосты. И в этом только два виноватых, я и ты. Дважды в одну реку не войдешь, раненое сердце не зашьешь. Я давно не видел свет в твоих глазах. Отплывали наши корабли, мы были так не сдержанно близки. Но теперь стоим на разных берегах. Как бы сейчас делал Максим Халимоленко, именно так. Все могло бы быть по-другому. Любовь всегда возможно спасти. Мы выбрали другую дорогу, два пути. Дважды в одну реку не войдешь, раненое сердце не зашьешь. Я давно не видел свет в твоих глазах. И все отплывали наши корабли. Мы были так не сдержанно близки. Но теперь стоим на разных берегах. Друзья, все вместе. Дважды в одну реку не войдешь, раненое сердце не зашьешь. Я давно не видел свет в твоих глазах. Отплывали наши корабли. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Вот. Отличная песня, я считаю. У меня много с ней чего связано. Я выступаю с ней активно в ресторанах, на концертах, когда они есть. И, в общем-то, эту песню любят абсолютно все. Особенно, даже учитывая то, что это, в принципе, молодежная песня, под нее танцуют и там люди зрелого возраста, ну, естественно, молодежь. И очень часто меня просят спеть именно ее. Вот. Так, Лёша спрашивает, здравствуй, чужая милая, споешь? У меня, во-первых, ее нету. Ну, во-вторых, вы прежде чем меня просить «Здравствуй, чужую милую», сначала посмотрите «Звездный путь». Не, пока что я опять ее не буду, к сожалению. Может быть, потом, после выпуска на ОНТ, обязательно спою ее на стриме, ну и, может быть, в каком-нибудь мероприятии. Так, тут пишут, «Здравствуй, чужая милая». Так, Алексей, девушка заказала уже вторую песню. Давай уже «Чужую милую» под минусовку Стинга. Это будет бомба. Это будет такой винегрет, что мы его все не съедим. 13 зрителей. Слушай, ну, пока что, учитывая то, что мы начинаем, Серега, это результат получше, чем был, да, наверное? Вполне. Да, это отлично. Пишите свои комментарии, давайте общаться дальше. У нас тут весело, как вы уже понимаете. У нас там на очереди какой? Четвертый трек уже, наверное, или пятый, я уже сбился со счета. Пятый, вроде бы. Пятый? Ну, «Берега» только что были, следующие тогда. Готов? Да, в целом да. Жизненная песня в последнее время. Ты так красиво говорила, только мне понятно без слов. Но как же ты ко мне остыла, а я-то думал, это любовь. И если это игра, то кто из нас проиграл? И ты
только это было зря. И так не умела, так и знал, что была ты не одна и запутала меня до беспредела. Я так и знал, что обманула ты меня, только это было зря. И так не умела, так и знал, что была ты не одна и запутала меня до беспредела. Зачем твои глаза я встретил и увидел в них океан? Но как я сразу не заметил, что в этом океане обман? И если это игра, то кто из нас проиграл? И ты виновата сама, что на этот раз тебя потерял. Я так и знал, что обманула ты меня, только это было зря. И так не умела, так и знал, что была ты не одна и запутала меня до беспредела. Так и знал, что обманула ты меня, только это было зря. И так не умела, так и знал, что была ты не одна и запутала меня до беспредела. Очень кайфовая песня. Кстати, прикол в том, что я принес ее Максу. Макс ее по итогу сделал своей. Ну, то есть он сделал номер свой из этой песни с подтанцовочкой. И так получается, что я ее пою. И я, и Макс по отдельности. Блин, слушай, Серега, ты мне слишком много дыма дал. Блин, у меня прям у меня из-за него пересохло в горле. Под конец я уже умирал. Ой. Надо на будущее сюда водичку брать. Слишком тяжко под дым петь. Тебе принести воды? Да ладно, не надо уже, там последняя песня вроде как. Ну, пока поговоришь, я принесу воды. Да. Дорогие друзья, напоминаю вам, что «Звездный путь» выйдет со мной. Выпуск проекта «Звездный путь» выйдет 26 ноября в 6 часов вечера. Будем смотреть все вместе, потом пишите свои отзывы. И напоминаю, что в описании есть ссылка на донаты, так что если желаете, можете задонатить нам вопрос, мы обязательно на него ответим, пообщаемся. Вот. Что еще вот из нового? Вот сейчас выходные. Провел их весьма-весьма... Ой, спасибо, Серега. Лайтовенько. Тупо сидел и играл в компьютер. Ой, спасибо, Серега. Прям спас. Мирослав Воронович, а что-то случилось в личной жизни? Не. Как обычно, просто. Небольшая обидка друг на друга. Но это ладно, личное не будем публиковать. Просто не удержался, перед песней сказал это. Вот и все. Ну что ж, Серега. Готов? Давай. Сейчас будет песенка, с которой я занял первое место на области. На конкурсе «Песни юности наших отцов 2021. Не помню где, но это было где-то. Лучом задумчивым бродил я по холмам, и птицы пели звонко, еле брето, к неудержимой музыке рассвета. Рассвета, предназначенного вам. В разлуке долгой, неразлучной с вами,
Я был чужой землей уже не раз, и будто бы уставшими руками зелеными тянулся берегами к родному океану ваших глаз. Заботам отдаваясь вам не чуждым, под вечер у семейного огня не примирим скучно и ненужным. Вы никогда не вспомните меня, ведь в беспорядке позабытых дней вы ни мгновенья не были моей. Вам было все равно, а мне протяжно скулить хотелось ночью при луне. Порою так печально, что вы даже жестоких слов бессмысленную тяжесть небрежно не швыряли в душу мне. Я обращаюсь к вам, я оморочен. Вас разлюбив, я так устал без вас. Мир серой пустотой изорван в клочья, бессонные раздробленные ночи осколками рассыпались у глаз. Заботам отдаваясь вам не чуждым, под вечер у семейного огня непримиримо скучным и ненужным вы никогда не вспомните меня, ведь в беспорядке позабытых дней вы ни мгновенья не были моей. Однажды утром, на исходе сил, когда душа едва-едва расправит крылья, я перед тем, как слиться с небылью и былью, поведаю в письме, как я любил, чтоб вы на миг забыли тех, кого любили. Заботам отдаваясь вам не чуждым, однажды у семейного огня вы очень близким, незаметно вспомните меня. Такая вот грустная песня, дорогие друзья.
но, наверное, она самая сильная в моем репертуаре, либо одна из. Леша Ленова, что случилось на ней? Ой, не, из своих песен, не знаю, в другой раз. Мне на самом деле очень не нравятся мои песни, потому что, ну, спустя такое время, когда я сам как-то прокачался в отношении творчества и музыки, сейчас я очень прям сужу свои песни, мне они не нравятся почти все. Вот. Да и нет у меня, если честно, на них инструментала сейчас. Так что я, если бы даже и захотел бы, их не спел. Вот так вот. Ну что ж, дорогие друзья, наш стрим подходит к концу. Спасибо всем огромное, кто был на нашей трансляции. Спасибо за ваши сообщения, спасибо за теплые слова, за ваше внимание отдельное тоже. Спасибо огромное Сереге за этот стрим, за то, что он это все организовал. Думаю, соберемся еще обязательно и не один раз. Главное держаться здесь на связи, что с Серегой, что с вами, дорогие зрители. Ну а я с вами прощаюсь, с вами был Алексей Тимошенко. Всем пока. Счастливо.